God, I thank you in this... Бог, я благодарю Тебя в этот сезон, что Ты потрясаешь народы до тех пор, пока только непоколебимое останется. Спасибо. В это время мы благодарим Тебя за то, что Ты экклезии устанавливаешь, особенно в правительствах, в каждом народе. Даниилов, Иосифов, Эсфирий и Девор Ты поднимаешь, чтобы праведное правительство поднять. И соединяешь между собой эти экклезии. И, Господь, мы сейчас, да выйдем мы из всяких уз и будем в полном соответствии стоять с Тобой и с Твоим первородным народом Израилем. И мы ставим себя в положение полного зрелости сынов Божьих, которых уже стенает все творение. И наши народы мы ставим в положение правильное, провозглашаем, ум Христов высвобождается. И эти экклезии, когда возникают, и народы становятся народами овцами, мы провозглашаем, что мы учимся, как щиты состыковывать и стратегически, и в отношениях, и в управлении стоять вместе сильно против сил тьмы, которые ищут того, чтобы контролировать народы мира. И чтобы Ты позволил праведности течь в каждом доме, улице, суде, правительстве и в каждом народе. Твое царство, оно наступает, и Твои возлюбленные берут его силою. Научи нас вместе, Господь, что это значит научить народы, чтобы Твоя слава покрыла землю, как воды наполняют море. Аминь.